Здравствуйте, это «Грани Гика», Дима Киворков, и сегодня мы продолжим рассказывать о похождениях изгоев в третьей редакции. И сегодня мы расскажем про то, как можно все потерять в этой жизни, поэтому это нам уже не понадобится. Итак, небольшая предыстория. Как мы давно знаем, у Виктории Чемберс в легендарном клинке Масамуне содержится тиран Шизул, тиран крови. Естественно, у него, как у всех тиранов, есть какие-то свои планы. В частности, некоторое время назад он пытался предотвратить освобождение Титании из Ниферы, но когда сестры пришли к Нифере, их оттуда прогнали декабристы. Декабрь тоже хотел помешать Титании освободиться. Там пришли фрайкоровцы и судьбоносные герои, которые освободили Титанию. И Шизул решил, что, ну, ладно, давайте мы ее теперь хотя бы убьем. Благо, убивать-то ее надо. И уже в четвертой книге нам сообщили о том, что, послушав голос из меча, Виктория собрала отряд наемников и отправилась в дикие земли убивать Титанию. И даже в пятой книге мы уже знали, что они в походе, у нас в городе осталась только Ванесса, за главную. И вот, наконец-то, мы узнали, что же происходит за пределами Малифо с нашими любимыми наемницами. Встречаем мы их прямо посреди боя. Нам говорят, что в поход отправилось 40 человек, но, естественно, это дикие земли, джунгли, феечки, полный Вьетнам. И вот посреди боя, когда Вики всех режут, Ранины всех режут, там Сью, Бишоп, Биг Джейк, вот куча еще безымянных персонажей, стреляют, рубят. Там вылезает очередной Wild Gust, который нападает на одну из ранинок. Тут подбегает Вика, именно настоящая Вика с мечом. И уже без сожаления, без раздумий протыкает сразу и девушку, и феечку, и идет дальше. Вторая Вика смотрит на это просто с большими глазами. Сестра уже нападает и на нее саму, и только чудом ей удается отбежать. То есть все, Вика уже полный берсерк, там, Шизул головного мозга. Как-то они переживают этот бой, остаются победителями. Ну, понятно, что здесь просто каждый шаг — это очередное сражение со всей этой дикой природой, под контролем Титании, с феечками и прочее-прочее. Вики уже на биваке очередной раз ссорится, потому что настоящая Вика все больше сходит с ума, она все больше слушает именно голос Шизула. И, конечно, это видят и остальные наемники, они уже сидя у костра обсуждают, что что-то все меняется, все идет в худшую сторону. То есть раньше Вики хотя бы там с нами сидели, общались, спрашивали, как дела, сверялись со здоровьем, а сейчас они отдаляются и что-то друг с другом ссорятся. В общем, все странно, плохо, непонятно, мораль падает. Тут еще, понятно, потери регулярные. И встает Сью, говорит, ну, слушайте, что вы как сами как бабы сплетничаете? Вы в походе, в конце концов, не на прогулок. А то, что сестры ссорятся, ну, это вообще нормально. Это как и невидаль. Поэтому хватит вам, успокойтесь, сидите молча, ешьте, бухайте. Вот. Я, кстати, пойду до ветру, потому что виски просятся наружу. И Сью отходит от костра, вот, в лесок. Так, довольно, конечно, самоуверенно, потому что в таком лесу, по-моему, в одиночку вообще никуда ходить. Ну и действительно, когда он закончил своими делами, тут к нему подбегает какой-то гигантский волк. И он уже готов отстреливаться, как волк превращается в женщину, в которую мы узнаем Миранду. Она так и представляется. Говорит, добрый вечер. У меня к вам дело. Какое дело? Вы идете убивать Титанию, и я тоже кровно заинтересован в ее смерти. Сью смотрит в глаза женщине и понимает причину,
Ну, там это напрямую не сказано, но мы можем догадаться, что он видит в ее глазах ревность. Потому что у Маркуса появился некий интерес к Титане, и, естественно, нет ничего хуже в этой жизни, чем обиженной женщины. И Миранда передает Сью какую-то черную книгу, благо подходит к его костюму. Это что это? Это то, что вам поможет. Отдай это своим вожакам, они разберутся. И, оборонувшись совой, Миранда улетает. Ну, Сью, пожав плечами, отправляется к Викам, передает им книжку. И дальше мы видим, как Вика Доппель эту книжку читает, благо книжка на нефилимском, а она свой родной язык понимает. А Вика настоящая, ходит вокруг, там, машет мечом, она вообще в нетерпении, ей хочется идти в атаку, всех рубить, и вообще Титания где-то близко, и вообще ей никто не нужен, она сама может справиться, она в одиночку сейчас всех убьет и Титанию лично порвет на мелкие клочки. А Вика Доппель, разобравшись в книжке, говорит, что это ритуал, ни много ни мало, призыва Киллджоя. Ну да, такой ритуал действительно есть, он описан и в Бекке, и даже представлен в Through the Bridge. Вот мы можем призвать это древнее создание, он будет сражаться на нашей стороне. И тогда это поможет нам. Но вторая Вика вообще не слушает, и вообще никто не нужен. Она все, она человек-армия, она всех вынесет в одиночку. Ну ладно. Чтобы уже лишний раз не ссориться и не нарываться, Доппель отправляется в лагерь общий и видит, в костра сидят ранинки, кто-то там обсуждают, перешучиваются. Новичок спрашивает вообще, а как вы отличаете двух Вик между собой? Ну, они как-то так тоже подшучивают, что да, никак. По-моему, они сами уже не знают, кто из них кто. Ну, тут выходит Вика, говорит, да не, можно различить. Она пирожки с малиной любит, а я их терпеть не могу. Шутка. Ну, такая неловкость определенная, смешки. Там смотрят на них, знаете, у меня для вас есть особое задание на завтра. Вот книжка. Это заклинание, изучите его, и завтра по команде вы его произнесете, совершите, проведете этот ритуал. Ну, те кивают, а приказ есть приказ. Вика уходит, и она понимает, что вообще-то частью приказа, частью ритуала, является жертва заклинателей. То есть все эти ранинки, совершив ритуал, умрут, чтобы призвать Киллджоя. Ну, говорит, ну, с другой стороны, все умирают, завтра, наверное, многие умрут. Ну, пусть так умрут, в конце концов. Тоже своего рода сипуку. Ну, что ты скажешь, Вика? Отличный план, надежный, как швейцарские часы. А на утро у нас действительно происходит очередное боевое столкновение. Все начинают рубить феечек, стрелять. И все бы ничего. Наверное, даже могли бы легко победить. Пока Вика не увидела Титанию. И тут уже шизул головного мозга активировался на полную катушку. Типа... Иди и убей ее! Ее, порви, порви! Крылья оторви! Все, крови, крови! Башню срывает Вики полностью. Приходит на просто автопилот шизульский. И бежит прямо напрямую по кратчайшей траектории к Титании, срубая все на своем пути. Вторая Вика говорит, ты куда, зачем? Понимает, что сейчас сестра убежит просто насмерть. Надо теперь ее как-то вызволять. И кричит ранинкам, давай. Те начинают проводить ритуал. И, естественно, в ходе него умирают. И появляется всеми любимый Киллджой, который, конечно же, пугает всех вокруг, включая и феечек, и людей. Но проблема в том, что он начинает просто всех резать. Тоже не разбирая, ему все равно там... Люди, феи, кто угодно, благо, ну, призвать-то его призвали, но про контроль ничего сказано не было. Он просто любит всех убивать. Даже встает в какой-то момент на его пути никто, тот самый Биг Джейк, наш любимый индеец, и говорит, что я не дам тебе убивать своих. Я напоминаю, этой Миньке, Биг Джейку, дали в новой редакции четвертую волю. По-моему, здесь десятая, минимум. Но Киллджой говорит, а ну брысь.
замахивается своим тесаком, получает томагавком в пузо, но ему это, естественно, только в радость. Ведь никогда обе стороны не получали такого удовольствия. Просто сносит Биг Джейка, тот отлетает куда-то в сторону. Киллджой продолжает там убивать направо и налево. Тем временем Вика, Титания. Титания уворачивается от Вики, в какой-то момент просто взлетает и очень удивляется, а почему эта обезьяна, говорящая, не использует пистолет? Потому что так-то она мечом до нее не дотягивается, а вроде пистолет есть, могла бы пристрелить. Ну, обезьяны, что с ним взять? Вот, а мы понимаем, что действительно Вика уже вообще не думает ни о чем и даже не помнит, что у нее пистолет есть, потому что у нее есть разумный меч, точнее, она есть у разумного меча. И все, у нее только одна стратегия в голове — всех резать этим мечом. А тем временем уже Киллджой приближается к этой парочке, убивая всех на своем пути. Но когда он подходит непосредственно в поле зрения Титании, смотрит на нее завороженно, а потом, к удивлению для всех, преклоняет колено и говорит: «Моя королева!» Ну, немая сцена. Титания тоже смотрит на него с каким-то пленным узнаванием. Говорит: «Встань и вот убей их всех!» Ну, естественно, Киллджой бросается на Викторию. Та пытается парировать Масамуне, но Киллджой просто набрасывает на нее цепи и меч отлетает в сторону. Вика остается без меча. Причем она в шоке, потому что такой разрыв с этим артефактом. Понимает, что все, она без меча никто, просто девочка с амбициями. Ей плохо, страшно. Но, к счастью, здесь подбегает Вика Доппель, хватает сестру, начинает ее тащить. Та сопротивляется, потому что меч, все, я без него не могу. Можешь, не можешь, все, зато живая. Черт с два, ты мне тут сдохнешь. И просто отступив с боями, наемники сбегают куда подальше. И уже в лагере, когда Вика приходит в себя, израненная, она извиняется перед сестрой, говорит, что да, я была отчасти под властью меча, но все, без него-то я никто. Сестра дает ей люлей, вставляет мозги, что как бы дело не в мече, дело всегда было в тебе, это ты великая фехтовальщица, а если ты считаешь, что ты сейчас стало хуже, то я сейчас буду тебя гонять с утра и до ночи, пока ты не станешь еще лучше, чем ты есть. Ну, Вика как-то приходит в чувство, говорит, что да, ну черт, надо бы все-таки вернуться за этим мечом. Ну, тут заходит в палатку Сью и говорит, что знаешь, обычно, когда люди сбрасывают с себя кандалы, они не пытаются надеть их обратно. Вставляет мозг повторно. Говорит, что так, у нас, конечно, есть потери, но там Джейк походу выкарабкается. Ну, как мы знаем, Джейк всегда возвращается. Остальные тоже часть выкарабкается, поэтому что мы дальше-то делаем? Да, дальше походу надо сворачиваться и возвращаться. Вот. Ну, так закончился поход Вик, бесславно в чем-то, а тем временем мы видим королевский двор Титании. Она сидит на троне, тут весь ее двор, к ней приходит, преклоняя колено, Киллджой, говорит, что я буду служить вам, ваше величество, как старь. Вот так говорит, что давно не видел таких, как ты. То есть мы понимаем, что Киллджой — это представитель, опять же, какой-то фейской расы. В принципе, мы об этом давно знали, просто это теперь нам четко сказали. Ну, встань, да, служи мне. Рада, что у меня есть такой новый подданный. Ну, приходит ее друид с этим клинком Масамуна и говорит: вот, ваше величество, мы нашли это. Титания смотрит на меч, просто: кого я вижу? Шизул, ты ли это? Рада тебя видеть тоже. Ну что ж, теперь ты мой. И вот этот меч втыкают рядом с троном. Вот тут и будешь стоять теперь. Смотри. Друид так шепотом: ваше величество, мудро ли
держать его рядом с собой. Ну, пусть все видят, что я не боюсь тиранов. И продолжает идти. И друид в какой-то момент замечает, что вообще-то Титания так и больше ближе держится Киллджою, а тот еще улыбается от уха до уха. То есть тоже такая непонятная ситуация с Киллджоем. До конца мы не знаем, кто именно, кто он, какие у них были или есть отношения с Титанией, но как минимум это теперь ее очень доверенное лицо. И мы получили вот такую пасхалочку на будущее, что у нас есть магический меч в камне рядом с троном Титании, и понимаем, что когда-то кто-нибудь этот меч вытащит и таки добьет ее. Ну или попытается. Но пока вот мы получили то, что есть. Да, именные персонажи целы. Благо, у них есть миниатюры. Нам впоследствии скажут, что Бишоп и Джейк решили искать сына Джейка вместе. Сью, как мы знаем, уйдет в банду Паркера. Киллджой ушел в другую фракцию и окончательно стал феечкой. Посмотрим, во что это вылез и чем это закончится. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока. Ну и, конечно, отдельная благодарность всем тем, кто поддерживает меня на Патреоне. А именно, Фидель Пиночетов, Игорь Козлов, Артем Севен Ред, Алкан Эгейн, Артем Арт Демиденко, Дмитрий Бабин, Влад Призрак Иванов, Петр Джучи Звягинцев, Евгений Мурул Сафронов, Волбер, Сергей Старк, Тирель Ворм, Алексей Герыч Гордеев, Анатолий Джокер Коновалов, Марсель Джакомо Батыршин, Андрей Родя Родионов и, конечно, Его Величество Юрий Дивайн Дивайн Александров. Спасибо большое.